вас, ребят. Тоже местный прудик. Привет всем, кстати. Еще не проснулся. Вот. Пойдем рыбалить сейчас. Ну, я туда чуть-чуть пойду. Пошли, все время сейчас. Я сюда чуть не до хера выпустил. Я в Киселевске шнурков ловил. И сюда бросал. Раз в два я ловил здесь. Люди спят на дачах. Ты тут пришли. Вот, 26 апреля сегодня. Воскресенье. Отстрел. Приехали на микроджик. Тут ребята с блеснами. Он щук ловит. Мелкая, правда, но ловится. Приятно. Сейчас посмотрим, мы есть у нас железо или нету. Кирилловский новый термос из проводи. Ух ты, какая сеточка здесь. Купил Кирилл новый термос. Вот такая сеточка там для чая. Ну-ка. Опа. Хорошо. Кто прилетел, Кирилл, с утра, разбудил. Поехали, поехали рыбачить, поехали. Мне сон приснился, большую щуку поймал. Вот, поехали. Но если я на этот спиннинг поймаю щуку какую-нибудь под размер той блесны, я не смогу ее вытащить. Ой, Серега поймал! Бросай! Ты щу... Опусти, опусти на землю. Тут, говорит, все равно не ловится. Смотри, сейчас спиннинг сломаешь, Серега. Нача. А грыз не ловится. У меня должно было прям попасть на видео. Ага. Все, ладно, пошел я. Поймал кого-то. Хе-хе.
Ух ты, какая она покушенная. А, Кирилл! Ага. Вот он. Она прям за спину покушенная. Побольше. Сейчас мы. Ай! Вот. Вот так вот. Тихо. Опа. Опа. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ну тихо, куда ты? Я тебя отпущу. Вот смотрите. Смотрите, какой у нее укус. Снимает камера. Видите, кто-то ее рвал тут прям. Вот. Ну все, давай. Домой беги. Опа. И сидела-то на одном. Тихо, тихо, я тебя отпущу сейчас, не бойся. Ты от щуки ушла. Вот. Давай. Беги. Опа. Спасибо тебе за удовольствие. Вот. Кстати, первая щука в этом году. Поймал. Ты поймал, молодец. Да. Ловишь, не ловишь. Ты на блесну? Да, вот. Старая, ей фиг знает сколько лет. Малек стоит здесь. Бугульме? Машинное масло поставил, мелкое. А какое? Вообще машина. Отработка. Отработка. 5 на 40. Да. Ну пойдем чуть подальше. Thank you.
совмещаем рыбалочку. Вот. Серега поймал. Вон. Щечку одну. А я не буду поворачиваться, я не поймал. Да, Кирилл не будет поворачиваться, он ничего не поймал. Он сегодня у нас рукожоп. Я поймал. И я одну поймал. Щечку. Вот так вот, как бы с этим коронавирусом, скорее всего, будем рыбачить у нас на чумыше весь сезон. Все пуфик видишь.